Всем привет, всем салам алейкум. Поздравляю всех мусульман мира с наступившим этим месяцем Рамадан. Итак, дорогие зрители, сейчас я приехал в район Кестель, в один из люкс-комплексов, который был сдан 2-3 месяца назад. Здесь большая территория, состоит она из 7 блоков. Шести или семи. Есть открытый бассейн. Открытый бассейн, детская игровая комната. Расстояние отсюда до моря максимум 420 метров. Вот. Один блок, второй, третий, четвертый, пятый, шесть. Из шести блоков. Под каждым блоком есть открытая парковка. Стойте, не под каждым, оказывается. Здесь есть открытая парковка. Открытая парковка снаружи. Вот большой бассейн. Теннисный корт. Ресторан. Детская игровая комната также. Игровая комната. Отсюда вроде вход есть. Бильярдный стол, теннисный стол, крытый бассейн. Как туда пройти? Вот большой крытый бассейн. Куда там вход? Фитнес, сауна. Все как положено. Сейчас глянем. Айдат 40-50 евро. Пока не определили. Ага, здесь. Значит, открытый бассейн можно войти с другого блока. Здесь продается у меня 1+1. Пустая. Вход, значит, из того блока. Рядом есть инфраструктура для жизни. Сеть магазинов Карифурса и тому подобное. Ручки. А, спа-центр, фитнес. Теперь как туда пройти? По траве не хочется. Так, рядом есть ресторанчики. Фитнес закрыт. Фитнес-зал. Ага. Два лифта в каждом блоке. Пятиэтажки. Построил качественный застройщик Алании. Как раз я работал в этой компании раньше. Вот. А где сауна? Сауна хамам. Туалет, переодевалка. Спа-центр. Все, только это что? Или есть где-то, я не могу найти сауну. Вот здесь вход, охранник, видеонаблюдение, 7-24 часа. Вот такой интересный большой проект, на такую территорию больше не строят. Территория большая.
Теперь пройдемся в квартиру. Вот лифт. Это еще не сняли. На этаже у нас где-то 8 квартир. 1+1. Жилая площадь, я вам сейчас скажу. Гостиная 21 квадратный метр, совмещенная с кухней. Средний этаж. Балкон где-то 5-6 квадратных метров. Раз, два, да. Отсюда я вижу море. Вот оно. Так. Прихожая, санузел. Про то, что водонагреватель фирменный, Вайланд. Качественная, наверное, дорогая, не дешевая, тоже скажу. Санузел. Вытяжка тоже есть. Сюда установится стиральная машинка. И спальня. Где-то 10,5-11 квадратных метров нетто. Это 60 плита, 60, 240, 200. Высокие потолки, где-то 275-280 сантиметров. 1+1, сторона восточная и южная. Ну, в основном восток, а балкон юг. Домофон. Так, цена этой квартиры, дорогие зрители, 131 тысяч евро. Таких цен в этом комплексе нету. Так что, кто хочет инвестировать или же купить, ВНЖ в районе Кестель пока что закрыт. Может быть, когда-нибудь, через год, два, три, пять, не знаю, откроют. Все, звоните по номеру +90 555-064-9110. С вами был Агасий, Солнечная Алания, район Кестель. Всем пока-пока.